экономика, даже второй механик питается. На завтраке нет, на обеде, на ужине, а он на полчаса раньше. И сейчас говорит, я больше люблю физическую работу, а не бумажную. Я говорю, ну я наоборот, бумажной не боюсь. Отошел я уже. Уже администратор, не механик я. Камбузе ходишь и нечего взять, всякая ерунда. Разве что этот паштет какой-то. Здесь тюна фиш. И в принципе больше ничего интересного нет. Сплошная химия везде. Пришел, а наших жильцов нет. Голубей, они на трубах сидят, воздухом дышат. Покинули дом родной. Еда у них здесь везде валяется. Памп мы с боцманом насыпали. Making lunch. Ланч, да? Шримпс. И это вот what is it? Борщ суп. Порк. Температура 6 градусов плюс. Ноябрь месяц. А у нас вода 28 градусов. И воздух, скорее всего, 30-ка, потому что очень жарко. Как из ведра пошел. Хотел показать наше меню на ужин. Смотрите, вот этот повар написал. Тушеная капки. Я ему исправил. Он в следующий раз научится уже писать. Боцман золотые руки. Сделал скамеечку из палета, как я понял. Фанерка это у нас была. Молодец, постоянно что-то вытворяет. Каким-то чудом отмыли трубу. Я, правда, не видел, но вот сверху желтая осталась. Желтизна. Это крошка, которой мы дуем турбину, вылетает и прилипает. И остаются желтые следы. Еще вместе с сажей она летит. Внезапно позвали на алкоголь тест. Думал, по нулям показала. Позвали не только меня, позвали всех, всю команду. Вот это дождина пошел. С бури и непогоды мчимся мы в Доминикану. Нормально птицу поймали. Бедная. Я бы от страха не умерла. Четыре месяца без выхода на берег. Сижу, завтракаю, телевизор молчит. Вот у меня другой телевизор. Можно смотреть сюда постоянно. Видите, пейзаж меняется. Вода, как этот. Был фильм когда-то, 95-м году, «Водный мир». Вот одно и то же. Лучше, значит, продлиться еще. Скоро уезжает капитан. На Антигуа и Барбуда приезжает другой его сменщик. Потом СИТЭК с проверкой. Дальше ветинг-инспекция. Internal Audit и Port State Control. Вообще красота. И вот это вот круговорот моряка в природе, все это повторяется, но как-то вообще не весело снова эти экзамены проходить. И как в таком психологическом, моральном климате сижу, как бы ничего уже не радует сильно. Ну, только деньги считаешь, да и все. Так что ничего интересного нет, я даже не знаю, что ходить снимать, потому что все одно и то же. Небольшая зыбь пошла еще со вчерашнего дня. Неприятно спать, но сейчас заканчивается. Нормально настроение у меня уже поднялось. Как бы внутренние резервы, открылось второе дыхание, скоро должно и третье открыться. Решил с утра по Кашке пройтись. Проходим мы уже с левого борта, не знаю, миль 200, Южную Америку. Сегодня у нас шашлык, это название на грузинском языке. Ходим, смотрим, что готовит нам Чиф Кук на камбузе. Шашлык, что-то на вид не очень. Okay. Next time. What we have today? Potato and meat. What is it? Barley. Barley.
This is looks like Philippine style eggplant steak. Ah, eggplant, yes? Yeah. Eggplant, eggplant I like. Yeah. Only one vegetable. And we have the giant prawns today, Jim. Big shrimp. Without hands on it. I remove the head. Сижу сам в машине, штампую таблицы, которые, вот, Oil Record Book. Здесь у меня с самого начала контракта. Ну, все, у всех воскресенье, все ушли, просто мне что-то уже даже и скучно в каюте сидеть. Походил, посмотрел, что там изменилось, чтобы время быстрее шло. Ставим всякими знаками, сегодня вот повесили вот эту штуку. Видите, котел работает на ходу. Завтра будем запускать Inert Gas System. Поэтому здесь будем уже все смотреть по новой. Вот, кстати, IGS MOL 14 бар у нас выставлено. Ну, уже люди подзабыли. Но как бы завтра все вспомним. У нас новое веяние называется Cyber Security Plan. Борьба со всякими хакерами. Видите, все в печатях, пломбах. Не вставишь никуда флешку, все запечатано, чтобы, не дай бог, нас хакеры не увели в какое-то место другое. Здесь вчера увеличил подачу цилиндрового масла, просто поменял обратно этот feed rate factor, был 0.36, ну, как бы по циркулярному письму, я поставил обратно 0.40, потому что, ну, на низких оборотах ходим, low load написано, а сейчас 0.96. Потому что как-то страшновато. Но анализы показывают нормальные результаты, но лучше чуть-чуть увеличить. Моя ежедневная работа – Oil Record Book. Я когда домой приезжаю, просто отдыхаю от этого. Каждый день это заполняешь, 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 заполняешь. Это ужас какой-то. Лаборатория наша по воде через день в действии. Четвертый механик бдит, отмечает здесь, когда анализы делал, когда нет. А это уже, как я рассказывал, по маслу, второй, третий инженер, это третий по топливу, Cat Finds лаборатория, тоже показывал в начальных сериях. Пока что за 4 месяца нам эта доска ни разу не пригодилась. Все на борту. Так что это все пережитки прошлого. Сегодня у нас пицца. Наконец-то новый салатик, ему сказали, с бурячка и с этого чеснока. Ну и все, и сок. Пицца. Атлантика, красота, красота. Сейчас будем дуть котел первый раз за 4 месяца. Посмотрим, сколько сажи вылетит. Нормально полетела верхняя продувочка. А это нижняя продувочка, он повеселее. Ну так, серый, не черный, тмяра такое. Проблемка, нашли протечку стерингира, течет отсюда, сейчас покажу как. Ну, надо самим подтягивать, писать гарантий клейм в компанию. Вот так невзначай потекло масло. Пока что оно у нас есть, но может не вытечь. Течет отсюда, сейчас покажу снизу.
пока напишу этот гарантий клейм, будем сами подтягивать. Я надеюсь, поможет. В этот момент делаем Current Web Deflection, меряем раскепы, измеряем на движке номер один. Сейчас покажу. Я надеюсь, должно помочь. Если нет, то, конечно, будет это сложная работа. Разбирать, менять. Но это как бы гарантийное все.